Всем зрителям лучше заранее подготовиться к следующему выступлению и разработать голосовые связки. И я смеюсь предположить, что этот хит может поспорить по популярности с песнями «Земля». «На заре» — это больше, чем просто песня. Это голос целого поколения. Вспомним одну из самых популярных песен 80-х, а поможет нам это сделать Сергей Арутюнов. Каждое биение сердца.